Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 651 упражнение. Прочитаем задание. Прочитайте отрывок из изложения ученика по рассказу Сегеля «Как я был мамой». Укажите недочеты в использовании видов выделенных глаголов. Запишите исправленный вариант текста. Обозначьте вид глагола. Итак, недочеты заключаются в том, что не все глаголы использованы в правильном виде. Давайте выполним задание и запишем исправленный вариант. Но тут принесли в палату ужин, и нянечка попросила меня «покорми Сашу». Попросила совершенный вид «покорми совершенный вид». А Саше было всего 2 года, и я стал Сашу кормить. Я раньше смотрел, как Вовина мама кормит своего Вову, и делал точно так же. Смотрел несовершенный вид. Она набирала неполную ложку, и я набирал неполную ложечку. Набирала несовершенный вид. Вовина мама ждала, пока ее Вова прожует все до конца, а потом вытирала рот своему сыну. И я ждал, пока мой Саша все прожует, и вытирал Саше рот. Прожует совершенный вид, вытирал несовершенный вид. Потом я перестелил своему Саше постель, положил его поудобнее, положил совершенный вид. И когда Вовина мама потихонечку пела своему сыну песню, я тоже запел, но только не колыбельную, а про паровоз. Пела несовершенный вид. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание!